Традиционный прием председателя Союза театральных деятелей прошел без его участия. Александр Калягин передал участникам, что болен, но отменять мероприятие не стал. Встреча пришлась на начало масленичной недели, поэтому гостей угощали блинами. Главным событием вечера стало вручение премии председателя СТД за вклад в развитие театрального искусства России. Лауреатом стал художественный руководитель Московского театра «Сатиры» Александр Ширвин. Это все-таки наш родной дом, и мы держимся за это, хотя сегодняшние беготни и раскрепощенности, якобы, да, очень теряются контакты личностные. И вот этот праздник СТДшный, да, он в этом плане как-то так ностальгически цементирует наше сообщество.